Сегодня министр физической культуры и спорта Чувашии встретился со спортсменами, которые успешно выступили на международных соревнованиях в 2014 году. Самый юный спортсмен Даниил Леонидов. На днях он вернулся с первенства Европы по русским шашкам. Там он завоевал 2 золотые и 1 серебряную медали. На встрече присутствовали сразу 2 подопечные молодого тренера по вольной борьбе Светланы Константиновой. Екатерина Гаврилова на прошлой неделе завоевала бронзовую медаль весовой категории до 38 килограммов в первенстве Европы среди кадетов в Болгарии. Ее старшая подруга по спортивной школе Надежда Федорова в начале апреля также стала бронзовым призером чемпионата Европы весовой категории до 48 килограммов. На встрече также присутствовали серебряный призер первенства Европы по тяжелой атлетике Александра Козлова, ее тренер Геннадий Иванов, участница Кубка мира по спортивной ходьбе Марина Пандакова. Сергей Мельников вручил спортсменам и тренерам сертификаты на получение премии и ежемесячных стипендий.